В Люберцах продолжаются мероприятия, направленные на профилактику распространения коронавирусной инфекции. На улицах городского округа раздали маски. Акция проходит по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия». Волонтеры и представители партии раздают медицинские маски в местах массового скопления людей. Акция проходит несколько раз в день, в основном в утренние и вечерние часы пик. Одна из точек с наибольшей проходимостью – станция «Люберцы-1». Сегодня снятый ряд ограничений, поэтому людей, как вы видите, на улицах достаточно много. В момент самоизоляции волонтерский штаб привозил средства защиты на дом людям. 1000 масок разобрали за считанные минуты. Всего в запасе у волонтеров на данный момент 20 тысяч защитных средств. Они планируют раздать их во всем городском округе в течение нескольких дней. Пройдет какое-то время, мы еще средства защиты будем жителям раздавать по мере необходимости. По мере той ситуации, которая складывается в нашем округе. Вот, если нужно будет усилить, будем усиливать. Если нет, будем ослаблять. Несмотря на то, что жизнь постепенно возвращается в привычное русло, в столичном регионе продолжает действовать масочный режим. Следует помнить, что нахождение в общественных местах без средств защиты опасно не только для себя, но и для окружающих. Луиза Егазарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.